А к Дону Симону с пустыми руками не ездит. Ну, вообще в гости не ходит с пустыми руками. Они вот как-то воспринимают, что студия это что, проходной двор, что ли? Это, так сказать, можно сказать, квартира моя. Некоторые товарищи даже себе позволяют там холодильник открыть. Что у нас тут? Опа! Опа, ребята, ну вот и думайте, вот и думайте. Вот и все, открываешь холодильник, тут охота лежит. Представляете, вы приходите кому-то в гости и пошли там, да, там холодильники посмотрели, что, так нормально вообще, нет? Да не очень. Вот. Ну, согласитесь, вот, ну, неприятно, да? Не очень приятно. Или там к вам кто-то в гости приходит и начинает фотографировать, ну, там, какие-то там предметы, там, бумажки, там, не знаю, там, ну, еще что-то, да? Ну, не очень. Мне бы тоже не очень понравилось. Да. Мне не очень понравилось.